Комиссия по алхимии, новая территория, и там начинается сюжетная линия наша. Точнее, бы я сказал, бы продолжается. Битва. Бой тут был беспощадный. Верховная провидица, должно быть, начала наступление, пока мы были заняты в комиссии по ремеслам. Значит, она предвидела, что этот момент настанет. Нельзя терять время. Для Ло Фусяньчжоу самое важное сейчас подавить Стелларо. Генерал Цзиньюань отдал верховной провидице командование облачными рыцарями. Он должен был знать, что она будет действовать, полагаясь на предвидение. Как же я рада, что генерал не отправил нас с рыцарями. Сражения совсем не похожи на приключения. Столько людей, но это тяжело смотреть. Это еще ничего, благодетельница. Столетия тому назад эманатор изобилия осадил Лофу, желая захватить Древо Амброзии. Тогда половина гротов была уничтожена, а большинство облачных рыцарей убит. Для долгоживущих видов такие события не древняя история, а свежие воспоминания. По сравнению с теми кошмарами, это зрелище блекнет. И нам должно от этого стать легче. Сложно понять, победила верховная провидица в этой битве или проиграла. Думаю, это была полная победа. Согласна, почти не вижу облачных рыцарей, значит, Сяньчжоу достаточно достойно сражалась. Вряд ли. После удачного сражения обычно устанавливают опорный пункт для размещения дополнительных сил. Сейчас мы этого не видим. Давайте оглянемся и поищем какие-нибудь улики. Заметные глубокие раны на окоченевшем теле монстра исчезают прямо на глазах. Несмотря на отсутствие признаков жизни, вы чувствуете, что существо перед вами не совсем мертво. Жесть. Будь осторожен, нечто, эти монстры. Смотри, там есть кто-то. Сюда, здесь еще выжившие. А, вы не похожи на облачных рыцарей, зачем вы пришли сюда? Здесь опасно. Нас генерал отправил, где остальные? Так, отправлять маложивущих в качестве подкрепления. Похоже, что у Цзиньюаня совсем не осталось людей. Бегите, она из учеников Санктус Медикус. Умолкни, если я тебя вылечу, останешься одним из нас. И тогда спасаться бегством они будут не только из-за меня. Я поменял пачку. Это жесть, конечно. Так, что у нас получается? Огонь, все. Так, давайте защиту начнем. Бой очень серьезный, прям очень серьезный. Это вторая попытка, чтобы победить. По-моему, такой состав, по идее, должен сделать это. Три волны, а с учетом того, что он еще возрождается, это получается даже 4. Без Марк вообще здесь делать, наверное, нечего. Она хотя бы будет защиту ставить. Так, вот вторая волна, да? Жизнь немало живущих видов так коротки. К чему искать смерти? Я тебе сейчас покажу. Используем все, что только есть. Уже вторая волна является очень сложной. Так, давайте, знаете, что вот от этого избавимся. Аригато. Ой, не туда стрелял. Но здесь уже разницы никакой нету. Они, надеюсь, они потеряют все ход. Ой, они по два раза будут ходить, что ли? Ой-ой-ой. Неприятно. А после убийства этого будет просто кошмар, смотрите. Да ладно тебе. Да прекрати.
там еще этот будет добить. Ну давайте посмотрим пока что. Сделаем вот так вот. Давай, лечение. Лечение сейчас нам очень нужно. Погодите, они опять вызывают их, что ли? Да как их победить-то? Это безумцы. Просто безумцы. Эти волки, это нереально. Собаки, волки, я не знаю, как они называются. Это мега супер. О, давай, 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 давай. Есть, есть, успеем. Есть, вообще успели. Давайте заморозь, пожалуйста, ее. Всех, всех. Так, по кому мы стрелять? Давайте по нему. Убили. Давай, 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 давай. Неужели убьем, а? Ригато. Ну, готовься, на. Есть. Сейчас будет третья волна. По-моему, она самая сложная. Здесь просто жесть творится. Ой, вам не нужно было что делать? Я пропустил весь диалог, но это нереально сложно. Электричество, они накладывают этот жуткий дебаф, это нереально. Но это хотя бы уже неплохо, хотя бы неплохо. Так, успеем, если что, ульту поставить. Если ситуация будет критическая. Так, давайте вот эту собаку сначала попробуем. Есть. Она погибла, да? Защита. Так мы еще... Как я вообще пытаюсь это все провести? Вот это, кстати, по-моему, самое опасное. Давайте его убивать. Он вызывает постоянный. Так, надо лечение сделать. Тут реально битва интересная. Потому что тут можно проиграть очень, очень быстро. たまにはマジのうちのとっておきをくらい。おやすみ。誰かな。私が誰だかこんな大きなダイヤモンド。あげるね。ふるりん。悪い子ね。 Есть! Неужели добили, а? Это было реально очень-очень сложно. Держись, мы найдем помощь. Не тратьте время. Они обратили меня, осталось недолго. Идите, войска Верховной Провидицы впереди. Он умоляет, возможно, это из-за того, что силы покинули его, а может, он просто ждет, когда вы уйдете. Идем. Да. Ученики Санктус Медикус скрывались очень долго, а теперь наконец показали свое истинное лицо. Неужели Верховная Провидица не смогла это предугадать? И будьте осторожны, ученики Санктус Медикус поклоняются Яоши, творительнице чумы.
величайшему врагу Сяньчжоу. Альянс пытался найти и уничтожить их секретную организацию тысячелетиями, а они абсолютно не случайно решили объявиться именно сейчас. Кто это? И зачем вы здесь? А, это вы. Быстрее сюда, снаружи опасно. Ты узнаешь нас? Разве вы не гости генерала? Верховная провидица предсказала ваше появление, и нам было приказано ждать вас, несмотря ни на что. Ждать нас? Да, Верховная провидица приказала нам оставаться здесь и отправилась на разведку дальше. Говорят, что ученики Санктус Медикус вернулись, а они... них ничего не было слышно очень давно. В войсках царит беспокойство. Хорошо, что вы наконец добрались. Верховная провидица приказала рыцарям не уходить до тех пор, пока вы не появитесь. Подождите в лагере, пожалуйста, как только Верховная провидица вернется, мы решим, что делать дальше. То, что облачным рыцарям приказали ждать здесь, дурной знак. Ученики Санктус Медикус, я слышал о них раньше. Если я правильно помню, то это подпольная секция изобилия, которая, как говорят, выжидает Сяньчжоу и строит заговор по свержению Альянса. Стелларон определенно стал причиной аномалий, связанных с изобилием. Могло ли это заставить учеников Санктус Медикус выйти из тени? Не думаю. Основные силы облачных рыцарей остались нетронутыми. Должно быть, что-то произошло. Что-то, о чем мы не знаем. Верховная провидица не здесь, поэтому давайте попробуем разузнать что-то в лагере. Хорошая идея, почему бы вам тут не осмотреться, пока... Ну, а я поищу, где отдохнуть. Получите информацию об исходе боя. Лицо этого рыцаря мертвенно-бледное. Когда вы приближаетесь, он приветствует вас кивком головы. Прошу прощения за такой прием. Во время боевых действий обычно не до болтовни. Как обстановка? Под командованием Верховной Провидицы мы провели штурм нескольких часов назад. Только после этого выяснили, что наши враги, ученики Санктус Медикус, последователи Творительницы Чумы. Все прошло по плану, и сами ученики Санктус Медикус и странные создания под их командованием нам не соперники даже. Но потом, спустя некоторое время, наши товарищи вдруг начали убивать друг друга. Их поразила Мара. Проклятие, что за магия? Они на нас использовали. Самый большой страх для людей Сяньчжоу — это стать пораженным Марой. Перестать быть человеком, поддаться скверне, спящей в нашей бессмертной крови, и забыть обо всех заветах Небесной Дуги. То, что сделали ученики Санктус Медикус, омерзительно для каждого жителя Альянса. Клянусь повелителем, я отомщу за своих братьев и сестер. Арестованный ученик. Рядом с пленником стоит один из облачных рыцарей. Он отходит сразу же, как только вы называете себя и показываете приказ генерала. Хотите опросить? Хорошо, но я должен присутствовать. Ответы необходимо зафиксировать как показания. Наконец-то можно с кем-то поболтать. Эти облачные рыцари какие-то такие серьезные, такие скучные. Но у меня тоже нет вопросов к тебе. Госпожа Верховная Провидица, вы вернулись. Простите, что заставила ждать вас. Но обман учеников Санктус Медикус теперь виден мне как на ладони. Мы правда тебя заждались. Я просто стараюсь быть вежливой. Мое предвидение говорит мне, что вы не особо-то долго ждете. Мы находимся в трудном положении, Верховная Провидица. Но вы лично повели войска в бой и отправились в погоню за врагом. Это достойный поступок. Достойный? Ну, едва ли. Прорицатели рассчитывают будущее. Лично собираю информацию, так что я отправлялась за данными, которые мне нужны, чтобы прийти к верному ответу. Подождите, как это мы находимся в трудном положении? Ученики Санктус Медикус давно готовились к атаке, но наша армия ни в чем не уступает. Почему это наше положение такое трудное? Что просите нас о помощи? А я смотрю, что вы уже подготовились. В первую нашу встречу госпожа Юйку нам говорила что-то вроде... Нет, никаких причин привлекать команду экспресса к решению внутренних проблем Сяньчжоу. А теперь мы тут всю самую тяжелую работу выполняем, даже КММ нас так не нагружает. Давайте угадаем. Какую задачу нам подкинут на этот раз? Может быть, возглавить наступление облачных рыцарей? Как насчет такого? Я отказываюсь, я уже не выношу все эти сражения.
Кто знал, что вас отправят в бой? Что нет? Приказ Цзинь Юаня. Но он сказал, что ценность неожиданных гостей лежит в неожиданности. Наступление облачных рыцарей было нужно, чтобы показать врагу нашу силу в лобовой атаке. А теперь пришла пора действовать неожиданно. Прошу, следуйте за мной. Когда комиссия по алхимии получила древо амброзии, она стала самой важной комиссией в Лофу. Ведь все-таки это они сделали жителей Сэнджоу долгоживущими. Также они создали много всего, но со временем алхимикам показалось, что этого мало. Они стали одержимы идеей управлять самой жизнью, а исследования древа отравили их разум. Чем больше они узнавали, тем больше хотели. Сквозь дрему я слышала рассветный звон, закатный туман. Обволакивает меня, видите? Какое огромное горнило эликсиров, из него до сих пор исходит дым. В этом месте алхимики древних времен изучали бессмертие. Они воздвигли горнило эликсиров и, поглощая силу древа, превращали фантазию в реальность. Дым, исходящий от горнил, никогда не рассеивается, поэтому это место называют затуманенной обителью. Название изящное, но с точки зрения военного искусства это место смерти. Пока горят горнила и не рассеяно марево, мы не сможем подойти ближе. Из-за этого облачных рыцарей поразила мара, и они потеряли разум. Верно, ученики Санктус Мерикус насытили окутающий грот дым частицами препарата, вызывающего мару. Наступление облачных рыцарей обречено на провал. Они ведь не смогут не дышать во время битвы. Более того, никто не знает, в какой момент бойца поблизости поразит мара. Разве существует что-то, кроме страха, способное так сильно разрушить боевой дух? Первая атака облачных рыцарей была лишь прикрытием. Вы привлекаете внимание врага с помощью главной армии. Мы же в это время должны потушить горнило эликсиров, чтобы остановить распространение дыма. Ученики Санктус Мерикус отказались от великого принципа хранить свое существование в тайне. Они избрали этот момент, чтобы явить себя. Значит, настолько уверены в победе. Но как бы они ни готовились, их внимание всегда направлено на облачных рыцарей. Они не подозревают о вашем существовании и не представляют, на что вы способны, а значит, не готовы противостоять. Почему бы не отправить кого-то из вид Ядхара или лисьего народа? Ты не совсем верно понимаешь природу поражения мары. Это проклятие действует не только на человека. Лисий народ обычно не так сильно подвержен ему. Потому что хоть они и относятся к долгоживущим видам, но жизни все равно не бесконечны. Вид Ядхара же перерождением избавляются от старой жизни, но перед лицом мары равны все долгоживущие виды. Ученики Санктус Медикус никогда бы не додумались, что генерал обратился бы за помощью к иномерцам. Они не готовились к сопротивлению от маложивущих видов. Генерал Цзинь Юань это имел в виду под неожиданными гостями. Не буду гадать, не знаю. Могу сказать только, что предсказания охотников за стелларонами были точнее моих. Будущее, которого ждет Кавка, постепенно становится реальностью. Да, это единственный путь. Скорее только этот путь ведет к лучшему из известных нам исходов. Если мы сможем позволить себе выбирать, то никто добровольно не выберет шагнуть с обрыва. К тому же я не могу принять такое решение одна. Долг Верховной Провидицы приносить удачу и отгонять невзгоды. Я не хочу, чтобы мой выбор направил Лофу в ужасное будущее. Возвращаясь к насущему вопросу, только вы сможете потушить горнило эликсиров, не испытав их тлетворного влияния. Что скажете? Ну, так и быть, я не услышала, пожалуйста, но раз уж никто, кроме нас, не справится, нечто, господин Ян, как думаете? Я приду сразу, как только рассеется дым, вам не придется сражаться в одиночку? Окей. Долгоживущие виды практически бессмертны, но у меня такое чувство. Будто в своих страданиях и заботах они не так уж сильно отличаются от маложивущих. Что, госпожа Тин Юнь? Вы еще здесь? Слишком близко горнило.
Спасибо за беспокойство, но я в порядке. Горнило утихает и постепенно исчезает шедший из него дым. Кажется, дым рассеивается. Так, эта штука уже закрыта. Недостаточно, не нужно торопиться. Оп! Но. Да нет же, ну отступись. А, глупец. Он попался в ловушку, точнее. Сказать, я попался. Вопрос теперь, кстати, мы сможем победить их? Ай, как же тут сложно все. Я думаю, что мне даже эта пачка, кстати, не подойдет. Надо было будет менять, если я сейчас не смогу победить. Эти соперники, они нереально сложные. Вот в этой битве я, кстати, хотя в этой битве... Сложно сказать. Вот она, на что способна Герта. Отлично. Все хорошо. Так, теперь быстро эту штуку надо. Оп. Есть. Ура, мы справились. Больше дыма не видно. Превосходно. Я отведу людей к точке сбора. Смотрите, какая красота, кстати, на заднем фоне. У них тут море, получается, на нижнем этаже. Ладно, поехали быстрее, пока они напали. Значит, вам удалось потушить горнило. Неважно, неизбежное уже на пороге. Даньшуэ, это ты. А, мы ведь уже встречались. Когда я была главным алхимиком, госпожа Верховная Провидица, похоже, ты не удивлена. Именно, мы с генералом знали, что ученики Санктус Мерикус будут скрываться в рядах комиссии по алхимии. Но без доказательств. Не могли бы выдвинуть обвинение. Нам пришлось ждать, пока ты не явишь себя. А теперь обвинений в достатке, призыв духов Стелларона на Сяньчжоу, возрождение Древа Амбросии и поражение Марой. Комиссия десяти владык будет судить тебя за все эти преступления. Преступления? Если это мои преступления, тогда наши предки тоже преступники. Это они приняли благословение изобилия и сделали своих потомков на Сяньчжоу долгоживущими. Ученики Санктус Мерикус лишь идут по тропе, которую проложили наши предки. Искать возвышение в нем здесь. В чем поступок? В былые времена корни Древа Амброзии обивали Лофу Сяньчжоу будто живые. Мы властвовали над звездными морями, и никто не мог встать у нас на пути, и любой мог стать небесным жителем и по желанию изменить свою форму. Божественные чудеса, они сходили на все 9 кораблей Сяньчжоу-ка. Какое было славное время. И как же низко пал Сяньчжоу. Мы позволяем проклятому лучнику управлять нами постоянно, страдаем от рук обители изобилия. А комиссия 10 владык заставляет нас отказаться от бессмертия. Какое жалкое зрелище. Я не виню тебя за незнание. Нам не довелось родиться во времена, когда Древо Амброзии сошло к нам. Не довелось и стать свидетелями его чуда. Но теперь у нас есть возможность вернуть древние законы. Ох, я на мгновение допустила, что ты могла достичь какого-то глубокого просветления. Но твои речи, банальные оправдания охотчих... До власти негодяев, отказавшихся от человечности. Наши предки сражались бок о бок с повелителем, поразили древо и создали комиссию 10 владык, чтобы провести границы между жизнью и смертью. Так мы обеспечили себе будущее в облике людей. Ты говоришь о небесных жителях, но на Сяньчжоу нет никаких небесных жителей. Божественные чудеса изобилия. Это манипуляция жизнью и смертью. Вы творите лишь злодеяния. Мне нечего сказать тебе, Верховная Провидица. Ты уже приняла решение отказаться от могущества. Какая глупость. Верховная Провидица, позвольте показать вам, что в свое время натворили небесные жители. Здесь надо будет, опять же, очень аккуратно быть, с учетом того, что нет автоатаки. Ну, в смысле. Давайте попробуем.
внимательно следить за всем этим. Может быть, патч, кстати, не будет удачной, и мне придется переиграть. Надеюсь, этого не произойдет. Будем надеяться на победу. А ну-ка, стоять, поехали. О, заморозка пошла, и еще давайте одну. Сколько там будет волн, я не заметил. Так, огонь. У нас вообще к огню нету, да, ничего, это проблема. Безумная проблема. Хорошо, что у меня герта есть. А я смогу заморозить его? Нет. Так, лечение. Кто здесь самый опасный? По-моему, собака самая опасная. Надо собаку убивать в первую очередь. Она может еще кого-то призвать. Давайте убьем собаку. Есть. Может быть, сработает все-таки заморозка. И... Есть. Замечательно. Лечение. Аригато. О, вот. Милостивый медик, услышь мой зов. Офигеть. Что он делает-то? Вы видели, что происходит? У меня половина КП, походу, не будет. Это в чем прикол такой? Мы точно можем здесь победить? Так, давайте сначала от этих избавимся. Мне кажется... Ой. Это я зря сделал. Ой, нет. Минус удав никуда. Понял тебя. Надо приспешников убивать. В первую очередь приспешников. Хотя... А если нет? Давайте, ладно, попробуем. Ой, как же больно. Вот здесь Аста вообще не нужна. Надо было Аста менять. Аста надо было ставить на нашего основного персонажа. Да, эта пачка может не справиться, к сожалению. Это же сложно, это все. А мне не дадут второго шанса, да, скорее всего. Кстати, у него эта штука пропала, и у этих ребят всех пропало, смотрите. Если бы я ульту случайно не прожал бы, ну... Ах ты ж. Сейчас минус Герта, отлично. Что делать-то? Давайте попробуем этого убить. Нет? Надеюсь, она не будет никого призывать. Если она будет призывать опять, то это будет очень сложно. О, есть. Поехали. Да, без Герта будет... Ой, как сложно без Герта будет. Только не призывай никого, пожалуйста. Есть. Лечение. Да. У него эти массовые атаки нереальнейшие просто. Почти вообще... Да, надо вместо Аста было кого-то другого ставить. Он, конечно, плохо. Она здесь вообще бесполезна. Слушайте, а щит, возможно, кстати, мог снимать дебаф. Может такое быть?
Это не исключено. Марта, значит, здесь очень хорошо. Март, в смысле. По крайней мере, она хотя бы никого не вызывает. Это уже хорошо. Сложно. Без Герты это очень сложно. Кстати, вот давайте смотрите, баф будет снимать, если я сейчас положу щит кого-нибудь? Да, реально снимает. Как же она хороша все-таки, так, если задуматься. А, и кстати, даже лечение помогает сбросить это. Не только. Ладно, может, я ошибался. Я не знаю, что это за штука. Но как же сложно тут без Герты. Вот я ее потерял, теперь это жутко сложно. Ой, молодец. Да, это битва самая долгая, по-моему, за все время такое, знаете. Причем это же не самый босс, это же просто... Попробуем, знаете что? У меня, в принципе, ульта есть у Наташи. Пока не будем лечить, будем сейчас урон максимально вливать. Если что, мы сможем подлечиться под ультой, я думаю. Ой, я забыл. Ситуация. У нее щита-то нету. Ладно, давайте использовать ульту. Я думаю, пришло время. Это должно помочь нам. А, не совсем помогло. Да как же ее убить-то? Она просто нереальнейшая. Нереальнейшая, просто какой-то... Я боюсь еще бить теперь уже, потому что... Еще и проиграть можно. Если Аста погибнет, я думаю, ничего страшного. Но вот если... Поехали. Надеюсь, у нее больше нет никаких фаз. И эта фаза единственная. Ах, ну ладно. Особо не помогло, к сожалению. Добьем ее или нет, как вы думаете? Дайте мне ее добить, пожалуйста. Нигасанай!
Но! Есть, это было круто. Почему? Почему? Она ведь сказала... Нисхождение древа Амброзии дарует вам бессмертные тела. Та, что дала нам Силарон, сказала... Она? Фантили, ученики Санктус Медикус исполнили обещание? Теперь твоя очередь, лорд-опустошитель, сейчас, скорее! Нет, я этой пачкой не смогу ничего сделать. Так-так, зачем вынуждаешь меня вмешаться лично, а маленькая пешка? Это идет вразрез с моей философией разрушения. Что? Довольно, похоже, придется прибегнуть к другим способам уничтожения Сяньчжоу изнутри. Тин Юань! Какая жалость. Я бы хотела понаблюдать чуть дольше. Раз у тебя уже есть дар изобилия, то ты наверняка выдержишь и благословение. Разрушение? Госпожа Тин Юань! Благодетели, позвольте представиться еще раз. Нет! Я лорд-опустошитель Фантили. О, нет. Ха-ха, офигеть, я не могу. Вы видели, что произошло? А что теперь делать-то? У меня единственная цель — увидеть, как Сяньчжоу уничтожит сам себя. О, нет. Госпожа Тин Юань, в самом деле лорд-опустошитель легиона антиматерии, как это возможно? Что вообще происходит? Сохраняйте спокойствие, мы не можем потерять самообладание в такой ответственный момент. Ну, вообще-то у нас минус один персонаж просто за секунду улетел. Это нормально? Что делать? Ее-то не воскресить уже. А если у нас будет вторая фаза, то это будет еще хуже. О, нет, я не могу. Только битва началась, уже сразу минус Герта. Я не понимаю, это... Как это возможно? Ладно, надо сосредоточиться, поехали. Здесь, как я понимаю, будет не одна волна. Почему я не мог поставить на автомат-то? Было бы очень приятно. О, есть. Так, окей, поехали так. Бедная Герта. Молодец, на себя она повесила, это хорошо. Так, поехали. Так, нет лечения. お注射の時間よ。お休み。それ。いや。すべては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。
Ай, это только вторая волна! Ну давай, попробуем так. Там будет босс в конце, да? Я к этому вообще моменту могу не подойти. Ох, как же это все сложно. О, отлично, есть. Да куда ж ты щит-то ставишь? Хотя у нее 5000 хп, я только что это увидел, это нереально. Так, это ульту оставим на последнюю волну, скорее всего, там будет жестко. По-моему, он стал слабее, нет? Они все стали слабее. Вторая волна слабее намного. А, слушайте, у него сопротивление получается только все, ко всему сопротивление. По сути, кроме... Оп, так вот, есть. На. На. Тут только Наташа сможет убить его. Ладно, давайте немного перестрахуемся, потому что следующая волна будет серьезная, и надо щит поставить. Вам повезло, что Зефиро и Орастала не обратили свой взор на Сэнджо. Чего? Они не против посеять разрушение собственными руками. Давайте дождемся, как надо говорить. Поскольку этот ваш упрямый генерал вынудил меня выйти на сцену, я позабочусь о том, чтобы устроить шоу. Все? Ой, там еще что-то есть. Помнится, у меня назначена встреча с древом Амброзии. Приношу извинения за то, что... Так, скоро ухожу. Офигеть. Юмор у нее, конечно, прям, да. Ай, как же тут все плохо. Как же тут у нас все плохо. Была бы Герта, ситуация могла бы, конечно, поменяться резко. Ну что, давайте сначала избавимся от этих, наверное, мелких. Они нам тоже будут мешать. Почти добил. Но таким же методом, на самом деле, как и все было до этого. Я часть вырезал в видео, потому что реально очень долго. Но зато безопасно таким методом убивать его. Жутко долго. Что будет? Поехали. На. А, это не последний удар, да? Серьезно? А если так? И это тоже не последний. Но это последняя волна, это самое главное. Да ладно, тебе серьезно. Это прикол такой? Есть. Короткий сон. Секундочку, то есть госпожа Тиньюнь все это время была членом легиона антиматерии? А что это за пламя, которое на ней полыхнуло? А ее тело? Куда оно делось? Господин Янг, вы же всегда все знаете, что это вообще было. Господин Янг? Пламя, свидетелями которого мы были, говорит о том, что это лорд-опустошитель Фантилия. Это имя я некогда услышал от других безымян. Она одна из семи лордов-опустошителей, которые служат Нануку и наслаждаются зрелищем самоуничтожения смертных. Несметное множество душ завлекла она в темные причины. Значит, госпожа Тиньюнь поддалась искушению и стала приспешницей легиона? Я так не думаю. Фантилия упивается зрелищем того, как отравленный разум пожирает хозяина изнутри до тех пор, пока оба не будут уничтожены. Но ничего не говорила о том, что Тиньюнь кто-то манипулировал. Возможно, та Тиньюнь, которую мы знали, была всего лишь образом, созданным Фантилией для достижения своих целей. Так, Тиньюнь...
Хотите сказать, что настоящий Тиньюнь все еще... Мне жаль, Март, я не могу сказать тебе нигде настоящая Тиньюнь, ни в какой именно момент на ее месте оказалась самозванка, потому что мы не знаем, куда исчезло тело. Пока нам остается только надеяться и строить догадки, но если это было тело настоящей Тиньюнь, возникает вопрос, почему Фантилия проделала такой долгий путь, только чтобы уничтожить свидетельство о ее существовании, учитывая разрушительную натуру Фантилии, не было бы логично оставить тело в качестве демонстрации силы. Мне кажется, Фантилия хочет заронить в нас семя на сомнение и захлопнуть ловушку. Очевидно, что возвращение учеников в Санктус-Мерику связано с Лордом Опустошителем. Притвориться жительницей в Сянчжоу, принести на Лофу Стелларон часть ее замыслов, довести нас до самоуничтожения. Фантилии нужно древо Амбросии. Если Лофу лишится корней, разрушить его не составит труда. Мы должны немедленно остановить ее. Так, нам нужно отправиться на Звездном Ялике в Чешуйчатое ущелье. Оттуда можно запечатать древо Амброзии. Нечто, поспешим. Окей. Ух ты, какое море красивое, смотрите. Оно бескрайнее как будто. Поехали. У самозванки хватило наглости осуществить свои гнусные планы прямо у нас под носом, как это подло. Меня беспокоит, сколько еще членов Легиона Антиматерии прячется на Лофу. Нужно спешить, пойдем. Хватит болтать.